Сейчас кадры огромного пожара в Петербурге. Около 10 часов спасатели тушили гипермаркет «Лента» на набережной Обводного канала. Гигантский столб дыма был виден за десятки километров. Здание практически уничтожено, кровля рухнула. Общая площадь горения составила почти 5000 квадратных метров. Из здания эвакуировали около 100 человек, еще 700 покинули его самостоятельно. Погибших нет, пострадавших двое. По предварительной версии, причиной пожара могла стать горючая жидкость, которую случайно разлили сотрудники гипермаркета.